Всем привет, с вами Доскос, я рад приветствовать вас всех, рад приветствовать себя и вас тоже в новом русском цикле, посвященном игре Sniper Ghost Warrior. Игра от польского разработчика под названием City Interactive, который выпустил, ну, очень большое количество парашных экшенов, и, в общем-то, этот один из самых таких нормальных, что у них получилось. Вот, я пройду обе части, вторая у меня есть в Steam, мне ее подарили. Но благодарности тому человеку, который подарил ее, будут непосредственно в прохождении второй части. Ну а здесь просто давайте приступим. Я вообще даже не запускал игру ни разу и вообще не играл. Так, я даже дальше этого нормального, то есть дальше первой кнопки меню не заходил. Давайте средний. Добро пожаловать, новобранцы из лагеря Сен-Доминик. Привет. Тайлер, я рад, что ты с нами. Покажем этим новобранцам, как нужно выживать. Можно, наверное. Так, тренировочная площадка. Привет. Ничего не скажешь, нет? Новобранцы, это сержант Тайлер Уэллс. Он вам покажет кое-какие несложные приемы. Сержант, возьми штурмовую винтовку со стола. Хорошо. Так, я на секунду остановил видео для того, чтобы теперь займи стрелковую позицию. Включить субтитры. Покажи новичкам, как мы тут работаем. Смотрите, сейчас сержант Уэллс нашпигует цели свинцом. Можете делать заметки, если хотите. Господи, куда идти? Я уже здесь. Или мне надо куда-то идти? Нет, не надо куда-то идти. Допустим. Цели уничтожить. Помните, новобранцы, если вы хотите попасть точно в цель, воспользуйтесь прицелом. Сержант, покажи. Окей. Нет, пожалуй, я все-таки обучение пройду. Может быть, здесь есть какие-то нюансы, все-таки игра про снайперов, все такое прочее. При снайперской стрельбе на результат влияет несколько факторов. В первую очередь, положение тела. Стрелять лежа всегда удобнее, чем сидя. Однако стрелять сидя все равно удобнее, чем стоя. Вы успеваете за моей мыслью, новобранцы? Нет. Да, сэр. Хорошо. Сержант, залегай и прицелься в те из пушки на холме. Помните, что при стрельбе вы должны принимать во внимание дистанцию до цели, погодные условия и собственный пульс. Все это влияет на то, куда отправится пуля. Красная точка указывает, куда прилетит пуля. Сержант, порази три цели. Так, окей. Косы, как его колбасит-то, а? Хорош. Есть. 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 Еще один на башне. Башня? Так, увеличение что-то кончилось. Как тебя колбасит-то, дружбан? И это при том, что ты лежишь. Ты точно лежишь? Так, а какого хрена ты не ложишься? А, о! Он лег. Оказывается, надо удерживать контрол, чтобы лечь. Колбасня как-то не уменьшилась, ну ладно. Господи, как тебя штырит-то. Набравшись опыта, вы сможете концентрироваться на цели и контролировать дыхание. Сержант, порази движущиеся цели. Не хочу. Ну, допустим. Нифига себе, она движется. Ага. Slow motion. Понятно. Зараза. Следующая. Есть. За забором справа. Хорошо.
Зараза. Зараза. Скотина. Для достижения лучших результатов нужно настроить фокус на винтовке. Сержант, разберись с двумя целями в укрытии. Так, фокус на винтовке, фокус на винтовке. Что он говорит? Про это, что ли? Ладно. Черт. Чувствую, игра будет для меня сложной. Вот так тут все и происходит. Хреново у вас тут все происходит. Возьми-ка гранаты со стола. Давай пошумим. Если меня будет так же колбасить. Упс. Сейчас мы направимся на полигон для тренировки скрытности. Нет, не хочу я проходить. Точнее, пропускать. Сейчас он покажет вам, как стать незаметным. Спрятавшись за кустами, за камнями или в траве, вы станете менее заметными для противника. Однако же движение рядом с противником вас выдаст. В зависимости от положения вы производите шум. Тайлер, прячься. У тебя есть 45 секунд, чтобы найти толковое укрытие. Пошел. А, Тайлер, это я, да? Так. Я так понимаю, на мини-карте обозначены, в общем-то, те места, в которых я могу укрыться. Ну, давайте, допустим, здесь укроем. А, нет, это... Это наши или не наши? А теперь, новобранцы, мы ищем сержанта Тайлера. Я в конопле. Я спрятался в конопле. Я невидимка. Если не найдете его, будете всю неделю сортиры чистить зубными щетками. Хана им, чё. Я думаю, что не найдут. Вот прямо перед моим... А, вон он. Пошел вон! Жалкий сброд. Девочки, активнее. Если бы здесь были снайперы врага, вы бы уже все были на том... Не ходи на месте. Что он застрял? Давай сюда, Господи, они похожи на зомби. Вон, я даже зеваю. С тихим грохотом. Что, никто ничего не хочет меня найти, нет? Иди сюда. Пошли скорее. Вот тупорылые спецназовцы. Набрались какого-то детского сада для умственно отсталых. Всю неделю сортиры чистить зубными щетками. Вон, им даже повторить приходится. Тайлер, можешь выходить. Отлично. Завтра в то же время. Так. Целых 7 минут я проходил. Меткость 59-25. Нужно 100%. Пора заняться делом. Генерал Васкес сегодня планирует присутствовать на встрече на старом нефтеперерабатывающем заводе на берегу Исла Труэна. Также там будет Майк Родригес, наш агент под прикрытием. Он обеспечит позицию для снайперской пары Альфа-9. Смерть генерала должна положить конец режиму тирании и его преступлениям. Договорили. Мама 2, это Альфа-9. Мы добрались до руин. Противник не обнаружен. Движемся к стрелковой позиции. Принято. Продолжайте. Будьте внимательны. Мы засекли патрули в вашем секторе. Ясно. Конец связи. Так, я один из этих двух парнишей, или у меня действительно будет... наводчик, либо эти сейчас сдохнут. Не просто здесь будет воевать в плане нахождения целей. Ты спускаешься, я прикрываю тебя сверху. Так нам будет проще.
Выдвигаюсь. Понятно. Мы сами по себе. Бритва 6-4. Это Альфа-9. Как слышно, прием. Альфа-9, это Бритва 6-4. Слышу вас хорошо, прием. Визуальный контакт. Активность противника у тебя прямо по курсу. Не двигайся без моей команды. Не высовывайся, будь осторожнее. Вперед. Пошел, я присяду. Хотя я очень медленно так передвигаюсь. Так. Здесь бы не навернуться, а то будет пара открытых переломов. И надо быть готовым, я так понимаю, к тому, чтобы залечь и вообще не двигаться. В любую секунду. Так, винтовка у меня с глушителем. Пистолет тоже. Я, пожалуй, пистолет возьму, а то винтовка мне полэкран закрывает. Стоп. Видишь тех охранников? Сними левого, я займусь правым. На счет три. Какого хрена? Вот ты неумеха. Хороший выстрел. Продолжаем. А у тебя плохой выстрел. Куда-то в лопатку ему угодил. Косы, что за больные люди это строили? Развальные психушки. Разберись, но не шуми. Никто не должен заметить. Конечно, неплохо с 3 метров попасть в цель из снайперской винтовки. Конечно, неплохо. И оружие у него брать нельзя, да? Куда мне 240... 258 патронов? 260 даже. Нет, даже больше. Я не знаю. В общем, много патронов для снайперской винтовки. В контре столько не берут. Я не мог ничего лучше придумать. Тем более, что у меня полуавтоматическая винтовка. С ней вообще париться не надо. Если бы у меня было с затворным механизмом, вот это было бы плохо. Потому что я нифига никуда не спрятался, как вы сами прекрасно понимаете. Ага. Теперь тебе придется самому о себе позаботиться. Я тебя не вижу, и мне не изменить позицию. Выбирайся из руин. Смотри по сторонам, и все будет хорошо. Я скажу, когда снова тебя увижу. Так, передо мной еще один. И почему эти лианы покраснели в один прекрасный момент? Такс. Господи, да встань ты, ё-моё. Где он? Ага, вот он. Неплохо. Я про облачко кровищи, которое из него вылетело. Естественно. Чувствую, за мной останется кровавый шлейф. Снайпер называется. Призрак воин. Сама незаметность. Придется менять название игры на снайпер-мясник. Или как-то так. Встретиться с Унилом на снайперской позиции. Ладно. Я представляю, что на сложности творится. На высокой сложности. Там, наверное, нет никаких там кружков, показывающих, куда падает пуля. Нет никаких отметок на радаре в плане врагов. Я снова тебя вижу. Стрелять здесь не очень-то разумно. Наша птичка может упорхнуть. Ты недалеко от места, но придется поднапрячься. Следуй дальше к точке встречи. Будь осторожен.
действуй быстрее, чтобы не попасть под пули.